Ребят, всем привет! Хочу сегодня познакомить вас с новым для меня сортом томата «Бычье сердце» от французской семенной компании «Вильмарин». Пойдемте в теплицу. Это томат «Кор Дибуе». Покупала я семена на Хупте. Это производитель семян компании «Вильмарин», Франция. Видите, видно из-за того, что я их поливаю, даже томат поспел и треснул. Впервые выращиваю данный томат, данный гибрид. Производителем заявлен куст как индет, 1,5 метра и выше. С плодами сердцевидной формы, свойственной для бычьего сердца. Куэр де Буэ – это сердце быка, только французской селекции. Вот он уже стал мягеньким. Давайте я его сорву. Мы придем домой. Взвесим плод. Посмотрим его в разрезе. Попробую на вкус и вам скажу. Еще раз повторюсь. Первый томат. Куэр ди Буэ. 8 июня. Саранск. Также у меня созрел томатик «Оранжевое сердце». Вот здесь у него есть зеленый бачок. Но я боюсь его оставлять в связи с тем, что вот здесь, видите, тоже трещинки. Как бы он не покрылся плесенью, его... Ай, ветку оторвала. Ну, ничего страшного. Его я тоже сорву. Тоже возьму домой. И вот здесь два томатика «Оранжевое сердце». Только они что-то какие-то мелковатые. Тоже сорву. Ребят, давайте взвесим наш томатик. Конечно, по первому плоду судить о массе томата, о его вкусовых качествах рано. Считаю, не совсем правильно. Но ради интереса. Коль уж он первым у нас поспел и треснул вот даже, давайте его исследуем. Масса 160 граммов. Ну, для сравнения, оранжевое сердце положу тоже. Хотя на самом деле тоже первый плод, он такой корявенький, не совсем качественный. Дальнейшие плоды у него в дальнейшем будут гораздо крупнее, вкуснее и лучше. 253. Приступим к изучению внутреннего содержания. Плод сердцевидной формы, красного цвета. Давайте посмотрим его в разрезе. Вот такой он мясистый. Полости, как видим, нет. Посмотрим на семена. Есть ли здесь семена? Нет. Семян здесь нет. Или как? Семян. Ну, первые плоды, рано созревшие, как правило, не имеют семенной камеры. Так, сейчас я его попробую на вкус. Вкус классический томатный. Кислинка присутствует. И оранжевое сердце. Тоже в разрезе. Семенных камер нет. Семян нет. Тоже, как я и говорила, до первых рано созревших плодов почему-то такая особенность, такое качество бессемянность бывает. Попробую еще оранжевое сердце. Одинаковые. На вкус абсолютно одинаковый, но вот у красного
сердца у куэр-дибуе, так скажем, по насыщенней нотки вкусовые какие-то. Вот этот более каким-то монотонным по вкусу, кажется, вот этот поинтересней. Угу. И по вкус поярче, много ноток раскрывается во вкусе этого томатика. Ну что, будем растить дальше, посмотрим, какие у нас дальше будут плоды на этом заморском сердце быка. Мы всегда выращиваем же наше русское бычье сердце. Есть у нас вот такой француз. Как дальше будет развиваться растение, какие будут плоды, масса, вкус. Все вам буду снимать, все вам покажу, чтобы принять решение, выращивать ли данный томат впоследствии, дать ли ему один шанс. Но пока я ничего примечательного, такого сверхъестественного и, так скажем, отличающего этот томат от других более простых, я не нашла. Всем спасибо, кто смотрел мой обзорчик. Желаю вам отличных урожаев, вкусных томатов и не только томатов. Ну все, ребят, пока.